Друзья, всем привет! С вами студия БАЗ 93 и Калюня вон сидит, одни руки его видно только, что-то крутит. В общем, поступил к нам в работу вот такой вот Ланос. Все сейчас демонтируем. Литий стоит, ЭПР 2 по 1,5, Апокалипсис 2 по 1,5. Сабы, смотрите, прайды, что за сабы, Калек? Тэшки. Тэшки, мощные, Вася, самые мощные сабвуферы на земле, на планете. 1 000 000 хомутов. Пиздец. Пиздец, просто Калек сегодня повелитель хомутов. Смотрите дальше. Здесь тоже все будет демонтироваться полностью. Все разбираем сейчас до канцура и будем собирать новую систему. Ну, в смысле, переделывать вот это вот все. Вот обшивочки, смотрите, какая красота со строчечкой. В общем, будет очень громко в любом случае. Такого еще не было, чтобы было тихо, да? Сюда будем полочку делать, будем делать фальшпол, ставить усилитель мощный. Моник огромный такой. В общем, все будет по красоте, как всегда. Вот, еще раз покажу. Одна секция в багажнике, одна под капотом. Забыл вам показать секцию. Смотрите. Чик. Все на фуксе. Опа. Опа. Чик. Безопасность превыше всего, как говорится. В общем, вот такая вот петруха. Смотрите, сколько проводов разных, красивых, зеленых. В общем, все будем переделывать. Хозяин данного автомобиля сам это делал, все собирал, трудился. Молодец. А, вот тут еще куча усей, да? Да что, на пище усилители, да, Калек? Да. В общем, красотища. Будем дистры, фальшполы, красивые короба. Все, все, как вы любите. В общем, следите за проектом. Я думаю, снимем обзорчик по окончанию работ и посмотрите, что из этого всего получится. До новых встреч, друзья. Калек, помаши ручкой. Всем пока.